После первого матча с Красной Армией общаемся с защитником ХК «Спартак» и с автором победной шайбы Александром Никишиным. Саш, ну, во-первых, была ли у тебя какая-то злость дополнительная на Красной Армию после серии плей в КХЛ? Ну, конечно, неприятно было проиграть основную, так сказать, серию в КХЛ, особенно с таким счетом в серии. И хочется, так, так сказать, наказать их за это. Ну, это грубо сказано. Ну, и пройдем дальше, там уже посмотрим. Расскажи, какая была установка перед матчем, особенно учитывая, что не очень было понятно, как будто к кому готовиться. Очень много хоккеистов в Красной Армии было из ВХЛ. Как это влияло на подготовку? Да не влияло, просто выиграть надо было, и все. Вот и установка. Но если говорить о первом периоде, очень быстрое начало. В первую очередь для Красной Армии пропущенная шайба. Несколько подряд было игры в большинстве. У Красной Армии тяжело были входить или не очень? Ну, плохо начали первый период. Удаления ненужные. У меня тоже, я считаю, неоправданное удаление было. Но команда справилась. В обороне очень хорошо сыграли, и мы забили свои нужные голы, и дотерпели, да, и выиграли. Давай про твою шайбу. Там прям несколько раз подряд Егор Маклазян тебе давал на синюю. Это была прям установка перед этим розыгрышем искать тебя, чтобы ты щелкал. Или по ситуации так получилось? Да по ситуации. Я ему давал, он мне. Потом я опять ему дал, он не бросил, он мне. Я хотел тагировать, но так удобно получилось, что он мне отдал и ну, бросил и хорошо, что получилось так хорошо, там на врузу закрыл вроде бы. Но цель была у меня дать Маклазяну на подбросок. Я потом ругался на него, ну и удачно вышли. Ну и третий период уже такой более бойцовский, как будто бы, то есть Спартак, наверное, пытался в первую очередь надежнее в обороне сыграть, и очень много было борьбы у Бортиков, в этом тоже была какая-то задумка. Так, ну, Красная Армия должна была отыгрывать счет, и она полетела там, просто все силы из себя доставали. Но нам не, нельзя было пропускать. Играли по счету, можно так сказать. Диму Куликов всем много выручал. Ему сказали спасибо после матча. Может, его лучше даже выбрали. Да нет, это его работа, что он знает. Надеюсь, он посмотрит. Дима Куликов, это специально тебе. Ну и в ближайшие матчи можно ли в чем-то прибавлять? И в чем, в первую очередь, нужно, по-твоему, прибавлять? В первом периоде надо сразу начинать играть хорошо. Как мы, к примеру, играли второй период, так надо начинать с первого. И пожестче, думаю, надо к ним. А там посмотрим. Спасибо большое, Александр Никишин. После первого матча с Красной Армией был вместе с нами.